На берегу Эгейского моря обнаружены тела свыше 30 мигрантов. Среди погибших трое детей и много женщин. Сообщается, что беженцы направлялись на греческий остров Лесбос. Однако из-за плохой погоды резиновые лодки перевернулись, и люди оказались в воде. Сразу после обнаружения тел турецкая береговая охрана развернула поисково-спасательную операцию. Спасти удалось, по разным данным, от 8 до 12 человек. Все они были госпитализированы.